Почетный гость. Иваново посетил Андрей Сердюков. 6 октября генерал-полковник был назначен командующим воздушно-десантными войсками России и теперь знакомится со своей вотчиной. В нашем городе дислоцируется 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная дивизия, которую новый начальник крылатой пехоты почтил своим визитом. На рабочей встрече с губернатором Павлом Коньковым Андрей Сердюков отметил, что доволен инфраструктурой, которую создают специально для служащих. В частности, 2 дома и 4 общежития недавно были построены для офицеров. В свою очередь глава региона подчеркнул, что дивизия стала городу почти родной и предложил переименовать ее в Ивановскую. Командующий ВДВ России пообещал этот вопрос обдумать.